Всем привет! Канал Сон Рыбака. Появилась возможность выбраться на рыбалку и порыбачить вот на таком отставке. Это платник. Приехал на работу в командировку. Ребята дали мне вот два крокодила. Ну и такой вот фидер. В общем, здесь на этом водоеме есть белый амур, карп, сазан. Ну, карась, я думаю, по-любому есть. Остальную рыбу я не знаю какая. На фидер буду ловить обычной кормушкой, ну как я и обычно на речках ловлю. А здесь поставлю пружину, как вот убийца карася, я не знаю, как она правильно называется. В общем, что есть. Я же говорю, снасти не мои. Вот видите, такая пружинка, три крюкана, или два их здесь. Два-три, неважно. И все. Сейчас поставлю, у меня есть горох, черви и кукуруза. Купил кукурузу. Ну, сейчас буду пробовать. Буду ловить до вечера, так что посмотрим, что с этого получится. Да, кстати, прикормку сделал, купил килограмм пшена, сварил его, посолил само собой, немножко сахара, две пачки ванилина, именно ванилина, не ванильного сахара, а ванилина, запах хороший такой получился, и килограмм макухи рассыпчатой, купил туда, кинул, перемешал, вот смотрите, что получилось. Вот, вот такую вот буду, пахнет обалденно. Вот такую, видите, рассыпчатую буду вот сюда забивать, в эту кормушку. Ну, здесь я потом покажу, обычная кормушка, как вот на течение я ловлю. А сюда там немножко добавил водички, чтобы оно более клейкое было. И то же самое. Все, поехали. Фидер еще пока закармливаю. Кормушек, наверное, 8-10 уже дал на точку. Еще, я думаю, кормушечек 5. Здесь поставил первую на горох белый крокодил. Зеленый крокодил поставил на кукурузу. Все, будем ждать. Здесь длину тоже зафиксировал. Хотя здесь я не кормил. Но здесь пружина, обычная пружина, вы поняли, по 3 крючка. Ну, тем не менее, я ставлю все равно на клипсу, чтобы кидать в одну точку. Какой-то корм там остается. Ну, я думаю, так будет лучше. А там посмотрим. Это белый амур. Это, наверное, белый амур. Да. Такой килограммовый. Жаль, что не удалось заснять, конечно. На кукурузу. Поймался на кукурузу. Вот так вот, смотрите, видите. Ну, как обычно, в пружину забиваю. И здесь вот три крючка горох продевал. Сейчас зашпарю назад. Только что была поклевка. Ну и я пока камеру включал, надо было подсечь, наверное, я так думаю. Потому что рыба, видно, горошинку потянула, дернула. Но она поняла, что что-то не то, и просто выплюнула. Нужно было подсечку дать. Я думаю, может быть, она призасеклась. Ну, уже все. Теперь что, буду ждать следующей поклевки. Поклевка.
Карасик. Карасик. Сладенький карасик. Это сазан. Это сазанчик мелкий. Мелкий сазан. Ладошечный. Видите, он усы у него. Или карпик. Мне кажется, это сазан. Лицо, видите, какое вытянутое. Я его отпущу. Потому что, ну, такую рыбу брать, это, блин, я не знаю. Это вообще миляк. Плыви. Плыви, малыш, плыви. Так, поставил опять поставил кукурузу, забил кормушечку. Прыгал 120. Поехали. Вот так уськи. Та же самая, я же говорю, каша. Что я на фидер ставлю, только здесь немножко более вязкая. Водички добавил. Немножко земли. Вот так вот хорошо сейчас добью. Тыч. Поклевка была, ну. Огонь. Есть. Была поклевка. А по камеру включил, затихло. Вроде что-то есть, только мелкое. Плотва. Что-то есть вроде. Надо было подсекать, я пока камеру включил. Да вроде да. Карась был. Вот он, вот он, вот он. Видел? Да. Ушел. Ладно, хрен с ним. Опять холостая чешу. Вроде нормальная поклевка была. Карасик. Карасик, карасик. В прошлый раз сошел чуть побольше. Такой карасик. Ну, хоть карасик. В принципе, нормальный, как для карася. Можно взять ладошечки, самый вкусный. Посмотрю, если поймаю, еще заберу. Если нет, значит, отпущу. В прошлый раз начал тянуть. Вот так вот сошел. Наверное, карась тоже был. И один тут у меня под берегом сошел. Ладно, сейчас перезаряжаю, закидываю по новой. Кто-то есть. Ай, на карась опять. Ой, блин. Плотва. Глаз себе пробила. Ай, блин, безглазая будет. Отпускаю. Если она, конечно, выживет теперь. Ну, что-то есть. Карась опять. Карасик, видите, ладошечный. Тут вкусный, заберу. Уже два. Еще 2-3 часа буду ловить, может, наклепаю их немножко. Жареный, очень вкусный. Мне нравится. Так, сейчас закидываюсь. Хоть карасей наловлю. Сейчас бы, конечно, что-то покрупнее. Ну,
На горох. На горох. Вот так вот продеваю. Оп. Добавлю сейчас макушки. То есть кашки. Неудобно, конечно, вот эти пакеты. Карасики. Карасик подошел. Так вот. Ждем следующую рыбку. Люди он купаются. Точно убита карася. Карасик клюет. Не знаю, видно или нет, леску попустила сильно. Сначала поклевка была, а потом попустила леску. Сейчас увидим. Холостая, наверное. Видно, потянула и выплюнул. Что-то типа такого. Потому что поклевка была. Угу. Тут горох, по-моему, был. На горох. Видите, пошли поклевки. Так, ладно, перезакидываюсь. Либо потянула и бросила. Ослабла, видишь? Ля, крючки голые. Взяла, потянула и бросила потом. Ты рыба мелкая, тут крюканы толстые. Оно могло ее не засечь. Иди сюда, родной. Карп зеркальный. Серый, тяни. Тяни, тяни, тяните, крути катушку, катушку крути. Подними вверх удочку. Вот она, ну подожди, подводи. Тихо, тихо. А он небольшой, сейчас я этого заберу. Тебя карась, наверное. Сейчас, подожди. Вот этот важнее. Забирай его. Уху! Видал? Карпуша, лянь, зеркальный. Видишь, у него как нету чешуи. Голый. Видишь, под берегом, и правда. Ну, вообще, как бы, для карпа это мелковатый, но нам пойдет. Такой где-то, ну, грамм 700. Может, до кило. Ну, кило не будет, не. А ну, садись, родной. Ёп! А ну. Где карась? Блин, это не карась. Это не карась. Почему он так сильно тянул? Сазан мелкий. Так, этого отпускаем. Это...